Рождество. Потом, короче, пока ходил мыться, жена уснула, ну ладно, еще раз посижу. Короче, раз, вроде добился эффекта. Все, нормально, идет. Сегодня у нас плодотворный день получился. Съездили в город Сургут, забрали железо, забрали USB, забрали фанеру, пенопласт, утеплитель на потолок. Это все привезли с утра, к обеду управились, как бы оперативно все получилось. И с обеда начали работать. Тут кое-что сварочные работы довели до ума. И у нас уже есть северная стенка, глухая северная стенка и крыша. Thank you.
опора. А как по краю? А, нет, по краю не надо. Я работаю, не слышу, что вы подъехали. Я болгарка, что ли? Здравствуйте. Приветствую вас. Привет, за вас. Здравствуйте. Здравствуйте, я. Ну что, паркуйте машину и вперед. Сегодня погода позволяет работать. А сегодня солнечно, хорошо. Ну что-то это. Нифига уже надолго. Это слышишь? Вот видишь, оно через эти лепестки, как это. Сейчас они разгорят. Разрежу. Что ты нам покажешь, как их накрывать? Привет, говорит, лунатикам, да? Привет, лунатики. Что, все запениваем? Да, надо запенивать, делать. Все встало. Все запенивали. Мало места, кислорода мало. А? Ну да. Растительное? Ну да. Начался. Сейчас.
Выше сразу, поднимайте сразу упор. Сейчас кончился. Куда? Да ну нафиг. Собираются, оторвали экземпляры, поехали в магазин. Ну, чтобы показать, что там. Заходят в магазин. Ай-вай, вы что, нас обманули туда-сюда? Хоп. А она на вас один. Все, она нормальная. И тут в этом фильме будут комментарии. А где же ваши 50 грамм? Не достроили мы еще, не достроили. Еще один день перед открытием охоты. Сегодня 21 апреля, воскресенье. Я сейчас направляюсь на сборы ежегодных гусятников ХМАО. Там более опытные охотники делятся своим опытом с людьми. Вот. Мероприятие интересное, полезное. Олегыч уже там, я туда направляюсь. Погодка вроде ничего. Там немножко натягивает, я думаю, не критично. Вот. Так что на данный час мой путь лежит на Федоровку. Может, удастся что-то показать. Средине озера, допустим, вот это вот здесь точно есть, куда он садится. Сесть, ну это, во-первых, нерациональное желание добраться туда. Очень тяжело. И потом выйти. Да? И опять же, возможно, здесь садбище, а вы будете сидеть посредине садбища, и гуся у вас не будет. То есть, если, допустим, рассмотрим, что вот это садбище, то вам нужно садиться где-то с краю. То есть, опять же, наблюдение, вот они в прошлом году это делали, то есть вы должны посмотреть, ага, куда он летает. Опять же, зависит от ветра, зависит от ландшафта, куда он летает на разминку крыльев, ну, облет делать, да, и вы должны подстроиться под это дело. Это мастер, да, он уже колотый там в этом рабочем. Ну, тугого, я говорю, на подвесе, просто на прошлом встрече все так дружно проорали, да, с деревяшкой пришел, там еще это, язычок-то железный, но он рабочий. Рабочий. Можете задать вопрос, я на любой вопрос отвечу, то есть без проблем. А для чего тут летнее кафе на болоте? Это летнее кафе вчера назвали. Да, мы делали, мы помните, уже не говорим. Мы сделали летнее кафе, но зато на болоте нет, у него болото болтали. А теперь как его назвать как-то? Может, это поможет нам с названием? В 32 граммах содержится примерно 215 грамм. В единице примерно, значит, получается 105. Сейчас здесь будут небольшие соревнования по стрельбе. Все Давай.
или все? Не, у них побольше, просто кто-то без ружья, кто-то допустим, не хочет стрелять. Рамка вас ограничивает, в рамке идет мишень. То есть получается вы стреляете, стоите под как бы. Мишень левая нога впереди. Чуть сзади. Вот. И ружье держите повыше. Не вот так, не опусти. Ну, охотник, вот. Повыше. Сакошка, вы ее примерно ловите метров за 15-20. Потом скидываетесь, начинаете вести на обгоне быстро. Потому что нам все равно ее надо прийти. Ружье держите повыше, чтобы до вкладки у вас оставалось только. Так, Андрей Сергеевич, у вас опыт огромный. Хотелось бы вот услышать, вы это первого гуся своего помните? Конечно, помню. Можете о нем рассказать? Ну, это был вообще, так скажем, самый случайный гусь. Шел, гусь поднимался с озера на кормежку, а мы стояли на полосе, королили утку. Он поднимался метров, наверное, 40 высотой, значит, и потом забирался еще выше. И первого гуся я сбил с отцовской вертикалки еще по 34. Ну, метров, наверное, с 80. Он шел прямо на меня, значит, я сделал как положено, закрыл стволами и нажал. И вот первый гусь, когда падал с высоты 80 метров, там, как бомба летела прям. Звук такой шуршащий. Вот этого гуся я помню до сих пор. А гусь-то какой был? Серый. У нас там серый да. А уже вот так вот, как бы сказать, осознанно начали охотиться на гуся? Ну, какой? У меня была большая школа, так сказать, осознанно. Отец охотился на гуся. У нас там, в принципе, все охотились на гуся. А Курганская область, серый гусь, значит, гнездится там, селится. По выводке выводится, он начинает ходить на поля. На пшеницу кормиться. И вот значит, летом наблюдали, куда он ходит кормиться, где он садится, как он садится, как он кормится. Значит, с открытием охоты делали там скоротки, выставляли, тогда еще не было там фанерные профиля, из фанеры выпиливали, раскрашивали. И вот караулили его на полях. Ну, приходил опыт, потом значит, постепенно нарабатывался опыт. Добыча становилась все больше, естественно. И вот с опытом, как приходит опыт, значит, тогда и гуси на охоте, которые вот, ну, посоветуете, ну, скажете, соблюдать, значит, самое главное. На охоте есть такие правила. Здесь как бы нет такой сгущенности, значит, охотников. А на большой земле, если кормовое поле, там 2-3 бригады охотятся. Дай. Поэтому вечером перед всем, значит, лечь спать, оборудовали поляну, все, значит, поехали, где станы стоят, где, ну, видим, где остановились. Обговариваем, подъезжаем, отговариваем, что там ближе там, 300 метров не садиться, не подойдет по полю, не гулять, не бегать. Стрелять, значит, стараться только, ну, зенитчиков, чтобы не было. Не портили охоту ни себе, ни другим. Ну, бывали и такие, что там сядут и стреляют по ним сам. Портят охоту, и к нам не идет гуси, разживают его с поля просто. Все побывало. Но обычно все относятся с пониманием, потому что охота на гуся, она требует подготовки. Кто готовился, те понимают, что если сами не охотятся. Бывает так, что вообще без выстрела сидишь. Стая садится метров в 300, все сидим, не трогаем. Потому что знаем, что там впереди тоже есть охотники. Будем стрелять на отлете, значит, когда придет. Как-то вот так вот договаривались.
Ну, еще что-нибудь пожелайте охотникам, начинающим гусятникам. Учиться, наблюдать, подражать, больше изучать повадки гуся. Потому что все, что связано с охотой на гуся, это все вплотную связано с его биологией. Чем больше будете знать о нем, чем больше будете наблюдать, тем больше будете получаться на практике. Ну и не манить, основное, конечно, манить. Учиться работе с духовым мутом. Это вот неписанное правило. Слушать, пробовать, подражать. Все получится. Все, спасибо. Ну да, ну ты расскажи, конечно, о своем первом гусе. Ну, первый. Было дело. Ехали с севера, охотились на утку. Вот, и приспичило нас остановиться, как это бывает. Остановились, мостик вот, небольшой. Слева, справа пойма. Ну и когда вышли на мостик, вот, услышали сзади нас звуки сидящей стаи. Вот, было принято решение их обойти с двух сторон. Ну и мне повезло, на меня налетел стайка. Вот, я добыл первого гуся. А уже вот целенаправленно, уже когда обстоятельно начали охотиться на гуся, когда начал ты? Когда? Ну тоже давно, уже лет. 10-12 я как бы не считал. Вот. Ну после вот таких вот случаев, как бы задумаешься, было у меня первое ружье мое, ТОС-34. Именно по причине того, что я начал, как бы загорелся охотой на гуся, заменил на 5-зарядное ружье, и уже как бы начали читать, расспрашивать, вот, интересоваться именно гусиной охотой непосредственно и предпринимать все, так скажем, попытки для того, чтобы понять, найти пролет, вот, понять, как его добывают. И естественно это все как бы привело к тому, что пришлось ехать и самим это все на своем опыте, вот, на своих ошибках проходить. И так вот пришли к охоте. Вот еще такой вопрос есть. Допустим, что недопустимо для тебя вот на гусиной охоте? Недопустимо в каком плане? Ну, допустим, как вот есть какие-нибудь принципы, допустим, ты вот говоришь, стреляешь там тройкой, еще какие-нибудь вот есть для вот твои личные, как бы сказать, критерии этой охоты? На гусиной охоте самое главное — это командная работа. Вот. Естественно, когда команда слажена, когда команда подчинена определенным правилам, охотиться просто приятно. Ну, вот принципы на гусиной охоте, ну это в основном слаженность работы команды. Ну тогда успех будет. Бирюков Сергей. Да. Это особый анимашек стрельбой, да, это подсумок для патронов на ремень. Это на шнурки вешается, сюда стволы упираются, когда стреляете. Чтобы ружье не болталось. Ногу чтобы не стрелять. Да. Вот такой вот приз. Все, пора начинать. Да. Ну, это не мое. Почему не мое? У меня лучше уток. А мы в сезоне. И... Спасибо. Логотипом с нашим. Спасибо. Да. Второе место. Ротозеев Владимир. Нож и кепку с нашим логотипом. С ножом разберемся, что делать с кепкой тоже. Третье место, Швед Василий. Они подарили, выиграл. Третье место, Василий Манок, Крылевский и наша бейсболка. Я надеюсь, что все подчеркнули необходимый багаж знаний, умений,
ну, тарелки показали, да, как надо стрелять, к чему надо стремиться. Ну, по крайней мере, все ушли с дичью, никто без дичи, без мяса не ушел. Все добыли. Я думаю, что традиционно продолжим эти слеты все наши. Значит, но хотелось бы все-таки отзывов побольше. Кто чему научился, кто чего применил, кто чего узнал. Кому как помогло это все на охоте, чтобы мы тоже соответственно с этим выстраивали свою программу. Мы уже одно и то же нарабатываем, обратной связи никакой нет. Поэтому давайте, кто использовал на охоте наши знания, кто значит, попробовал, у кого получилось, не получилось, отрицательный результат, это тоже результат. У вас река-то прошла или нет? 15? О, да, ой. Стоит? Ну вот, прошло, стоит. Ну, я говорю, что да, прошло. А у нас мост держит. За мостом, короче, перед городом, где Югорская, нету. За мостом тоже нету. А перед мостом забито все. Мост держит. Короче. Завтра 10-е.
Какое десятое? Ты куда торопишься? Тебе я. Десятое. Одиннадцатое. Какого мы закончим? Надо план строить. 13-го. 13-го закончим? Что ж ты откидел? Я сама думаю. Вагон, я думаю, мы 11-го должны закончить. Ну ладно. Завтра обошьем. Обошьем. Останется нам. Стена. Стена. Дверь. И потом нары. Нары, стол. Тоже день. 12-й еще пойдет. Сейчас куча всяких инструментов, да? Люба должен работать. Хотите вас два? Ё-моё! Как бы было всё сухо. Огнем сейчас какой-нибудь жезлок. И все. Стоп, все из-за некачественной продукции, бля.
Давай, давай, сам заходим. Вот эту перемычку можно целую, она проходу твоему не помешает, она будет у стены. И здесь, короче, получается. Смотри, мы тогда как сделаем. Вот эту целую, да. А вот эту вот так, и к ней букву Г, как полка будет. Вот такую, нара, вот такая будет. Сидячая. Да. Ну там, грубо говоря, если вот так два человека, там что-то положу. Как тумбочку. Помнишь, давно я что-то вспомнил и хотел сказать. Квадратные трубы, есть вот такие пробки пластиковые, заглушки. Есть. Вот. Вот в эти есть, вот в такие четверку есть? Должны быть, во всех других есть. Где-то я видел. Ларёха, это полка, что ли? Товар разбил. Ты чё это? Всё будет. Зашибись. Сегодня на повестке дня у нас раскатка генератора. Параллельно. Поставляется без масла в двигатель. Масло мы купили. Ищу. Нет, его вот красное колечко, это вот уровень. Да? Да. Тут же все для людей сделано. Мы-то уже воспламенилось! Молитва сработала! К стене ближе, чуть-чуть. Во, вот так. Во-во-во-во. Сейчас, подожди. Стой. Давай. Оп. Еще. Давай. 5 сантиметров делаем, чтобы торчало, да? Вот так 5 сантиметров торчит. Нормально, наверное. Пойдем глянем. We'll be right back.
Лучше сделать их можно вот так. Сварить такую одну. Пук, вот в эту. Стойка. А нет, стойка вот как раз. Смотри, как это делается. Держи. Ты чё молчал-то, ёпта твою мать, а? Мастер-класс по черчению сейчас Олеговичу покажу. Рисуй. Качают себя, то она в таком состоянии должна быть. Надо сильно собирать, чтобы накачать. Потому что когда она воздух попадет, она это потухла. Воздух попадет, потом вот такая клиника. Качать тепло. Вот это он вперед его бьет. Кстати, подсапываем. Потом прогнул. Прогнул, прокачался. Раз в 6, наверное, запускали. Закрывается, не перебор. Ломиком это. Ничего. Подними чуть-чуть. Ты сможешь, я знаю. Мастер-класс покажи. Вон, я же говорил, что тебе приснилось. Я избу поднял. Стой, не толкайся, не при, не качай. Стой, пусть сейчас я подниму уже еще. Еще на щелчок. Стоп. Все, уши упираются, ребят. Вот это вы не ушли. Может, машину, веревку закинуть? Так, держи, держи. Держи оттуда! Пошла же, что стоит? Ты выравнивай. Старший новый. Что?
осторожно. Да, здесь впереди встречай, что выравнивает. Стой, снимай. Конечно. Так, аккуратно, аккуратно. Вот где-то примерно должно оно совпасть. Под колеса на себя положи, чтобы... Что? Ноги вытащить? Все, вытащил. Все, убирай пока в сторону. Да. Саня, он... Саня, на угол, чтобы угол два... Саня, два профиля. Во, все. Дальше потом. Первый раз, на лучшем. Полтора сантиметра начнет посадку. Нет? Сейчас он еще будет. Так, оттуда надо прицеп придерживать. А мы отсюда вагончик. Не садится, тоже. Не садится, понимаешь? Не, не, садись, сядь. Надо вот этот угол. А, вот так его надо. Вот так чуть-чуть надо. Задышло, попробуй. Давай, попробуй. О, сел. Почти сел. Почти сел, сейчас должен пойти.